Ксюш, привет. А ты где? Привет. Я уже почти возле школы. А, ты уже подходишь? Я специально пришла пораньше, чтобы тебе кое-что рассказать. У тебя что-то случилось? Да, случилось. Мне нужно с тобой этим поделиться. Хорошо. Ксюша, алло. Где Ксюша. Алло, Маша. Ксюш, я тебя не слышу. Повтори, пожалуйста. Я опять здесь. Как мне теперь выбраться отсюда? Кажется, я вернулась в реальность. О, Джек, привет. Я еще вчера с тобой хотела поговорить. Я, кстати, тоже. У меня для тебя есть интересная инфа. Это ты что, хочешь сказать, что твоя информация интереснее моей? Я в этом уверен. Вчера директриса попросила меня поговорить с Машей насчет ее рисунков. И Маша рассказала мне, что это не просто рисунки. Все это она видит на самом деле. В смысле видит? Ей снятся кошмары? Если бы. Все это она видит наяву. И это случилось после того, как у нее полностью разрядилась батарейка. Ничего себе. Как будто бы она видит обратную сторону нашего мира. Меня тоже это настораживает. Если все это происходит при полном разряде батареи, то ты следи за их зарядом. А я постараюсь разузнать что-нибудь еще. Теперь я понимаю, к чему был вчерашний допрос по поводу разряженной батареи. Слушай, мне кажется, Маша вчера хотела что-то рассказать, но не успела, так как зашла Мария Сергеевна. Ладно, не переживай, мы во всем разберемся. А сейчас мне нужно идти к директрисе. Ну ладно, удачи. Спасибо. Да, войдите. Наталья Георгиевна, я поговорил вчера с Машей. Ну, давай, докладывай, что она тебе рассказала. Значит так, рисунки она рисует совсем недавно. А страшные они, потому что, наверное, она ужастиков пересмотрела. И мерещится всякое. Ты хочешь сказать мне, что она это все видит во сне? Да. Так что, думаю, ничего страшного. Единственное, нужно, чтобы Мария Сергеевна поговорила с ее родителями. И они запретили ей смотреть страшилки на ночь. А так все будет хорошо. Хорошо, я тебя услышала. Тогда я уже могу идти, да? Иди. До свидания. Поняла. А где же вопросы и ответы? С чего же он мне читал это все? Все понятно. Он мне лжет. Девчонка что-то знает. Ксюша, ты уже здесь? Да, я тебя уже здесь 15 минут жду. Ты же говорила, что в школе. Как раз об этом я и хотела с тобой поговорить. У тебя такое лицо, будто ты только что призрака увидела. Насчет призрака ты абсолютно права. Мне есть что тебе рассказать. Все настолько серьезно? Ты не представляешь, насколько. Дома я случайно разрядилась до нуля и попала в другое измерение. Как ты так умудрилась разрядить батарею? Нам же каждому зарядки выдали.
Привет, девчонки. А чего вы такие перепуганные? Илюш, представляешь, Маша попала в другое измерение. Что у вас происходит? Какое измерение? Ксюш, ты себя так ведешь, будто бы ты туда попала. Илюша, она права. Я вижу всяких страшных чудовищ. Ты что, серьезно хочешь, чтобы я в это поверил? А, кажется, понял. Вы хотели меня разыграть? Скажу вам честно, ваш пранк не удался. И да, если хотите, могу вам дать пару бесплатных уроков. Если надумаете, запишитесь заранее. Илюша, мы серьезно. У Маши села батарея, и она видит чудовищ. Как ты можешь это доказать? Хорошо, но мне нужно разрядить батарею. Сейчас не получится, у меня 68%. А еще какой-то способ есть? Mm-mm. Хотя, рисунки. Я всех своих чудовищ рисовала. Ну и что, что ты их рисовала? Я тоже могу много чего нарисовать и сказать, что я их видел. Нет, ты не понял. С помощью рисунков я попытаюсь попасть в другое измерение. Хорошо. И где твои рисунки? А, дай угадаю. Ты их дома забыла. В последний раз я их видела в кабинете директрисы. Ну, чего вы сидите? Пойдемте рисунки забирать. А что, если она не отдаст нам рисунки? Да, отдаст. Зачем они ей нужны? Ребята, она идет. А вы что здесь делаете? Наталья Георгиевна, а можно забрать свои рисунки? А с чего ты взяла, что они у меня? А мне Игорь сказал, что они у вас. Я не знаю, что тебе сказал Игорь, но у меня их нет. Всего доброго. До свидания. И что теперь делать? Даже не знаю. Илюша! Да, Илюша, нам эти рисунки нужнее. Пойдем, покажешь уже наконец-то своих чудовищ. Ладно, пошли. Где они? Что-то ничего не происходит. Илюша! Что? Смотри.